Для того, чтобы, уважаемые товарищи, понять то, что творится сейчас, нужно вернуться на шаг в историю. Украина при распаде Союза имела 30 с лишним процентов оборонного комплекса Советского Союза. Ну, как считать, но я как первый руководитель ВПК Украины, я говорю, что 38, где-то 36 было процентов. О том, какая была мощность Украины, можно говорить о том, что когда у нас возник вопрос пакистанского танкового контракта, мы за 6 месяцев сделали замкнутый цикл производства танков в Украине. И работали нормально. Но когда у нас пошла дальше работа, законодательно запретили частным предприятиям заниматься производством вооружений. Это было решено на законодательном уровне, и только присутствующий здесь Владимир Павлович Горбулин, когда я обратился к нему с просьбой, он и Гуреев, был выше тогда министр машиностроения, пошли в нарушение закона, выпустили постановление комитета министров, по которому мне разрешили работать как частному предприятию, производить вооружение. Потом на основе примера работы нашей компании поменяли закон, начали работать. Но тут же вступили в силу следующие, ну, умные, так сказать, товарищи, которые вот здесь говорят, Берия нет, но нужен Берия. Ввели новые лицензионные условия. И лицензионные условия, которые были оговорены, нужно было построить завод, набрать людей, обучить людей, получить разрешение на проведение работ, и только потом можно было подать за это заявку на получение лицензии на производство. Какой дурак будет вкладывать иностранец деньги при таких условиях? Ну, поэтому, будем говорить, я вот представляю боеприпасную отрасль, поэтому за все время работы Советского, ну, после Советского Союза не было ни государственных, ни одной копейки денег вложено, ни иностранного капитала вложено в боеприпасную отрасль. Сейчас отменили это дикое положение, хотя некоторые товарищи и выступают, что вот надо вернуться к нему. Но я хочу сказать следующее, что у нас остался еще один момент, который тормозит не только боеприпасную отрасль, которую я представляю, но и в целом развитие военно-промышленного комплекса. Это монополизм экспортных поставок со стороны оборонпрома. Дело в том, что у нас никогда не будет полностью загружен военно-промышленный комплекс заявками Министерства обороны, потому что заявки эти чрезвычайно малы, и запасы старого оружия и боеприпасов велики. Вот здесь мы говорим о ценообразовании, говорим о том, что у нас возникает ситуация, что не хватает денег на развитие. А вы знаете, сколько берет оборонпром за комиссионные, за поставки на экспорт? Если раньше, 10 лет назад, было 3%, то сейчас 12% берет оборонпром. О каком выходе на мировой рынок можно говорить с новой продукцией при таком грабеже? Да мы же никогда не влезем в мировые цены. Поэтому я считаю, что необходимо немедленно решать вопрос ухода от монополии оборонпрома. Оборонпром, который является, будем говорить так, сейчас государственной корпорацией, но это корпорация хозрасчетная, она должна быть первая среди равных, учитывая то, что она объединяет государственные предприятия. Но в целом она должна тоже работать на общих принципах и не являться законодателем. И потом дальше. Я, конечно, понимаю, они набрали людей. В то время, вот, когда распался Союз, и мы занимались, я был руководителем военно-промышленного комплекса Украины, у меня было 900 предприятий, 1 000 000 работающих. И 35 человек всего работы, сотрудников. В оборонпроме сейчас громадное здание, которое раньше занимал институт, одни представители, которые ходят, ищут себе работу.
Поэтому любая поставка на экспорт оформляется 3-4 месяца. Никогда не пробьешь раньше времени. Всегда идет куча согласований, даже когда спецэкспортер делает. Поэтому я считаю, что нужно обязательно первым, что сделать, это последняя причина, которая мешает ВПК, это монополизм и воронпромы. Ну, чтобы здесь не говорили, что я только критикую, я показывал на выставке. Мы в прошлом году провели летные испытания двух видов осколочных и один вид термобарических гранат для ПГ-7. Тридцатку отстреляли, ВОГ-17 отстреляли, поставили сотку, первую серийную поставку на экспорт. В этом году запускаем производство патронов 72 на 39, 23. Заканчиваю изготовление 90-миллиметровой пушки стандарта НАТО для того, чтобы потом делать боеприпасы и выходить на мировой рынок с этими боеприпасами. Но у нас есть еще очень большие проблемы. Вот где оборонпром должен поработать, это создать специальную химию. Дело в том, что в оборонной промышленности сама по себе, это в основном железо, это механика. И то, что делают там машины, делают приборы ночного видения и так далее, это то, что в Украине было, только перестроили на военные рельсы. Оборонная промышленность боеприпасов по своей фондоемкости, она уступает только микроэлектронике. Это сумасшедшие затраты на создание особенно специальной химии, порохов, взрывчатых веществ. И в настоящее время мы пришли к тому, что в связи с вот такой политикой предыдущие годы мы потеряли производство гексогена, октогена. У нас в связи с АТО потеряли двухосновные баллиститы пороха, потеряли снаряжательную базу в Донецке, потеряли корпусное производство в Донецке, потеряли практически за это время одноосновные пироксилиновые пороха, то есть специальной химии в Украине нет. И сейчас начинаешь искать специальную химию пороха, взрывчатые вещества за пределами Украины, вся Европа закрыта, никто не дает, ни Румыния, ни Болгария, ни Чехия, никто не дает элементной базы, никто не дает ничего. Мало того, когда начинаешь покупать, банки Европы не пропускают платежи по этим закупкам. То есть идет на словах, нас поддерживает НАТО, говорят, что все нормально, все хорошо, а фактически идет полная блокада Украины. Полная блокада Украины в этом вопросе. Поэтому я считаю, что вот здесь законодатели сидят, здесь сидят представители правительства. Нужно решать вопрос с тем, чтобы открыли возможности поставок из стран Европы необходимые нам комплектующих и специальной химии. Потому что предприниматели готовы, но ни Германия, ни Румыния, ни Польша, ни Болгария, никто не дает разрешения на экспорт в Украину. Приходится из-за уха искать пути покупки таких вещей, что в 1.5-2 раза увеличивает стоимость продукции. Ну и я думаю, что нужно сделать следующее. Здесь сидят законодатели. Любое цивилизованное предприятие не облагает налогом ту часть прибыли, которая вкладывается в развитие собственной промышленности. В данной ситуации, я считаю, нужно немедленно ввести поправку к закону. И то, что вкладывается в производство вооружений и военной техники в Украине, эту долю прибыли нужно освободить от налогов. У меня все.